Днем Победы, Рязанин! С великим праздником вас! Каждый год мы отмечаем День Победы именно 9 мая, потому что это часть нашей семейной памяти. Это память о близких и любимых нам людях. У меня бабушка родом из небольшого города в Краснодарском крае, на берегу Азовского моря. Город называется Ейск. И она подростком провела там все годы оккупации. Из ее рассказов о войне у меня в памяти больше всего осталось, больше всего врезался рассказ о детском доме. 214 детей в возрасте от 2 до 15 лет. Их казнили в газовых камерах, которые были установлены на грузовых машинах. Потом в этом же году у бабушки расстреляли отца, и она 15-летним подростком доставала его тело из братской могилы. У меня отец родом из Кронштадта, Ленинград. В самый последний момент семье повезло, он был мальчиком, и их успели эвакуировать незадолго до того, как замкнулось кольцо блокады. Он иногда мне рассказывал о том, как жить в эвакуации, как жить беженцем. Для меня 9 мая, День Победы 9 мая, это рассказы моей бабушки и моего отца. Это оба моих деда, которые воевали. Один артиллерист, один летчик. Семейная память, она не связана с геополитикой, с политической конъюнктурой, с идеологией, с пропагандой. Ее нельзя предать. Никогда. Именно поэтому мы будем всегда приходить и отмечать День Победы 9 мая сюда, к памятнику освободителям. Прошлый век, 20 век, был временем страшных диктатур и кровавых режимов. Именно в прошлом веке мы узнали такие слова, как «Холокост», геноцид, концентрационные лагеря, массовые репрессии, массовые депортации. Многие народы Европы стали жертвами этих режимов, среди них и народ Латвии. Мы в Латвии не понаслышке знаем, что такое депортации и репрессии. Мы должны всегда чтить память жертв всех режимов, но при этом мы должны помнить о том, что режим нацистский был абсолютным злом. Именно наши деды это зло победили, и эта победа их делает на века героями. Слава и низкий поклон нашим ветеранам. Девятого мая отмечается День Европы. Идея о единой Европе появилась в 50-м году, 65 лет назад, для того, чтобы на нашем континенте никогда больше не было войн. Сейчас в самом центре Европы опять идет война. Матери хоронят своих сыновей солдат, гибнут дети, женщины, старики. И песня группы «ДДТ не стреляй» сейчас как никогда актуальна. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы дожили до того дня, когда Европа будет единой, когда друзьями и партнерами будет Европейский Союз, Россия, Украина, и когда у нас больше не будет войн, и когда Юрию Шевчуку не нужно будет исполнять песню «Не стреляй». За это воевали наши ветераны. Каждый год сюда приходят до 200 тысяч человек. Это примерно 25% населения Риги. Я не уверен, что даже в Москве в праздничных мероприятиях принимает 25% населения. Для тех сотен тысяч рижан, которые отмечают День Победы 9 мая, это воистину народный праздник. Потому что мы сами его организовываем, мы сами собираем пожертвования не на концерт, а на помощь ветеранам. Мы сами развозим потом эту помощь ветеранам. А наши дети целый день здесь на ногах дежурят, обеспечивая порядок и чистоту. Поэтому это народный праздник. Нигде в мире, ни в Европе, ни к востоку от нашей страны не отмечают так 9 мая, как здесь, в Риге. День Победы 9 мая для нас – это слезы скорби и слезы радости. Это боль за погибших и чувство любви к нашим ветеранам. И это чувство радости, что 70 лет назад наши солдаты, наши деды, наши ветераны победили. С Днем Победы вас! С праздником!